целых два подарка свалилось на голову Бенедикта Камбербэтча. С одной стороны, сама королева Елизавета II произвела актеров кавалеры Британской империи. С другой, жена Софи Хантер подарила сына. Да-да, Шерлок Холмс, правда, в реальной жизни наконец-то стал папой. Каким я буду отцом, посмотрим, но чувствую, этот год будет особенным для меня. К новой роли Бенедикт относится трепетно. По слухам, даже покупает супруге новый особняк за 16 миллионов долларов, куда она и переедет вскоре вместе с первенцем. Рост, вес, имя малыша – все это пока держится в секрете. Видимо, до той поры, пока какой-нибудь журнал не раскошелится на эксклюзив. Надо же как-то молодой семье прорехи в бюджете залатывать.